Четверг – день новых премьер на экранах кинотеатров. А мы с вами за всеми этими премьерами следим, чтобы быть в курсе и знать, на что стоит сходить, а что можно потом и дома посмотреть. Итак, в этот четверг, 2 ноября, ожидаются премьеры следующих фильмов. «Джунгли», «Боливия», «Дэниел Рэдклифф» и «Непроходимые джунгли». А еще «Фонарик», «Зажигалка», «Плащ» и «Неуемная жажда жизни». Это сюжет нового фильма «Джунгли». Для меня смотреть, как человек преодолевает трудности в условиях дикой природы, всегда интересно. Это как в детстве читать Жюля Верна. Только не надо самому ничего придумывать, просто смотришь на красивую картинку. А еще, думаю, будет интересно наблюдать за очередной ролью Рэдклиффа. Он давно доказал, что может играть не только мальчика, который выжил. «Тор Рагнарёк». Очень ожидаемый фильм студии Marvel с очень высоким рейтингом. Если хотите посмеяться, посмотреть на психоделические пейзажи и суперменские баталии, то вам понравится. И если пойдете на него в кино, то лучше выбирайте 3D. Скорее всего, сильных эмоций в картине не будет, но будет много смеха, восхищения крутостью и разрушениями. Сюрприз! Это будет весело. Тук-тук. «Гоген в поисках рая». Биографический фильм про великого французского художника. Сюжет прост. Если твоя жизнь катится ко всем чертям, срочно меняй обстановку. Лучше кардинально. Найди себе какой-нибудь остров или островитянку, или остров с островитянкой. И жизнь наладится, откроется второе дыхание и снова придет вдохновение. В фильме много красивых пейзажей, средневековая Франция, дикие острова и Венсан Кассель. Я ребенок. Я дикарь. «Убить за лайк». Это комедийный хоррор. Две девушки хотят покорить соцсети. У них есть блог, в котором они рассказывают о настоящих трагедиях и несчастных случаях. Только вот новые лайки требуют новых кровавых сюжетов. А их не так много, как хотелось бы. Приходится действовать сами. Не согласишься разместить ссылку на наш блог? Нет, без обид. Это не мой уровень. У меня 15 тысяч фолловеров. Вы хоть представляете, сколько это? Сюжет вполне актуальный. В этом хорроре, кстати, снимается сверхзвуковая боеголовка из Дэдпула и Шторм из Людей Икс Апокалипсис. 24 часа на жизнь. Это динамичный экшен-триллер с налетом фэнтези от продюсеров фильма «Джон Уик». Главному герою, наемному убийце, предстоит умереть и снова воскреснуть. Ему дан шанс побороться за свою бессмертную душу. И у него ровно 24 часа. В фильме много захватывающих погоней, перестрелок в лучших традициях жанра. А идея сюжета заставит задуматься о своих поступках и их последствиях. О том, можно ли всего за 24 часа исправить то, что творил всю жизнь. Актерский состав тоже радует. Рутгер Хауэр и Лиам Каннингем, и в главной роли Итан Хоук. Лучше дайте пройти. Или я пройду по вашим трупам. Это были главные премьеры 2 ноября. Не забывайте подписаться на канал и всем удачи!